Ого! Есть контакт. Друзья, всем огромный привет. Всем привет. Сегодня мы вместе с отцом выехали на рыбалку на байдарках. Вот наши, значит, байдарочки, ребят. Смотрите, мы их так укомплектовали, можно сказать, да, па? Так, да, уже сделали марш-бросок километра 3. По нормальску. Мы уже проплыли, да, километра 2, наверное, потому что там выплыли много людей, куча отдыхающих. Начало видео снять не удалось, ребята, проплыли туда. Там куча палаток, куча дикарей. Поэтому мы сейчас здесь. Хочу вам пару слов сказать вот про байдарку, получается. Ребят, Пат, ну вот мы проплыли с тобой где-то 3 километра. Твои ощущения? Ну, мои ощущения, еще можно 3 проплыть и потом только ловить. Еще можно 3. Гребсти очень легко. Мы вот вам покажем дальше. Поплывем. Просто супер. Мы установили сиденье, значит, в самый низ. Вот, смотрите. Вот так вот получилось. Напхали туда корм, взяли всякие снасти, приблуды, сзади ящик. Короче, спиннинг. У нас по спиннингу также и у отца, получается, якорь. Вот. Внизу сразу перед тобой, сзади вещи, спереди вещи. То есть мы круто... Круто, короче, мы собрались. Ребят, хотим сегодня попробовать половить на зимней удочке. Да, но сейчас уже, наверное, часа 4. Да, сейчас уже вечер, часа 4, наверное, полпятого, да. То есть мы хотим так попробовать половить на зимней удочке на мормышку. Да, не наловиться, а именно так вот чуть-чуть оттянуться. Да, именно оттянуться, попробовать мормышка, так сказать, зимой и летом. Сейчас будем пробовать это делать. Ну и также взяли с собой по спиннингу на всякий случай, если у нас там, не знаю, не получится или не будет клёво. Или скучно будет. Ну да. И плюс ко всему... От зимы отличается то, что у нас только опарыш, больше ничего. Да, у нас мотыля нет, у нас есть только опарыш из насадки, то мы с трудом его купили, все уже закрыто. В общем, вот так мы экипированы, ребят, все жестко, все круто. Сейчас я цепляю экшн-камеру, и мы идем в бой. Вперед. Друзья, я уже в лодке. Вот, значит, прицепил свой эхолот. Просто-напросто вот так, короче, за веревку, как вы поняли. И сейчас вот бросаю его просто за борт. Эхолот будет справа от меня вот здесь плавать. Вот. Я ищу в своем рюкзаке свой смартфон. Сейчас подсоединяю по смартфону все. И, как вы видите, вот я сделал такую планку с креплением. Так, на быструю руку. Надо ее, конечно, присоединить, более там все получше сделать. Ну, пока потянет. И сейчас я коннекчусь по Wi-Fi с нашим... Вот, тень вам, может, будет видно, не будет, не знаю, ребят. Буду стараться так, чтобы было видно. Вечером вам покажу, если что, когда солнце сядет. Вот, вроде бы тень создаю. Вот, программа эхолота. Не знаю, как вам-то, наверное, ничего не видно. Может, так, черт. О, честное слово. О, может, так что-то видно. Короче, глубина 5 метров. Я вижу. По рыбе что-то там такое есть. Сейчас сделаю на иконке рыбы. Луч широкий. Есть. И поплыли потихоньку. Ну что, ребят, вроде бы нашли. Вот тут есть рыбка. Якорь с автомобильного диска. Оба-на. Бросаем его на дно. Кирдык. Анукс. 6 метров тут, 6 метров глубина, почти вся моя веревка ушла. И, ребят, что, подвязываемся, да? Так, в общем, здесь мы стали, показываю, что рыба есть, немного, но есть. Вот у меня есть каша, я приготовил, дабы не вымазать байдарину. Я не знаю, так сейчас попробую с борта аккуратно. Пару таких вот ляпасов, таких вот круглых. Сюда вот под левую сторону, вот так, оп, вниз ушла. Оп, и прям под байдарку стараюсь бросать, потому что я ж тут буду ловить, прям под ней вниз. Два. Так, тебе тоже кинуть, пап, или как ты? Ты за якорем? Вот тут, да. Бросать тебе, да? Можешь это бросить? Да. Ой, да, сейчас кину. Все, хорош. Ну, еще пару раз так, чтобы рыбка покушала. О, так, каша ушла, я думаю, хватит пока корма. Фаза привлечения, так сказать. Вот, сворачиваем пакетики, будем пробовать. Ух, слышите, кто-то погнал на мотоке. Короче, вот такая бортовая удочка с таким вот поплавочком у меня. Буду на такую пробовать. Поплавочек стоит, ух ты. Да, это бортовая без, значит, ребята, у меня бортовая удочка без мормышки. Вот, и есть также удочка с мормышкой. Вот она впереди, я буду и на то ловить. Сначала сейчас загружу бортовку. На глубину 7 метров. Это ж можно
Офигеть-то ее мотать, а? Это вам не фидер, елки. Но будем пробовать. Оба! Оба! Поклевка. Первая поклевка по. Прикинь. Ой-ой-ой, кто-то там есть, но небольшой. О, плотвичка, хорошенькая, смотри. Плотвичка, па. Супер, на поплавочек взяла. Сейчас пацанам не успел показать. Тихо. Первая плотвичка. Ладно, не будем ничего менять. Сейчас попробую показать поклевку. Она была просто, ребят, феноменальная. Такой дикий заброс у меня. Подальше. Оба. Все. И поплавок причем сразу же ушел. Туду. Я доставал как на зимнюю. Просто тянул. Вот поплавочек. Сейчас он встает, встает, встает. Сейчас мы ближе подтянем. Это к нам. О. Придержать вот так можно удочка чуть-чуть. Видите, дабы он ближе к нам подошел сейчас. Ближе, ближе. Оп. Долго, долго становится. Большая глубина. Большая глубина. Так-с. Вот, значит, поплавочек. Ребят, думаю, вам там видно все. Ну, и есть такие поклевухи небольшие. Дюб-дюб-дюб-дюб. Сейчас вот оп-оп. Ждем. Тоже погода такая сегодня, давит все на голову. Ждем поклевки рыбки. Там два парика. Сейчас вот так оба сделали такое небольшое движение. Чпок. Оп. Ну, плотва на падение берет, мы знаем. Вот каждый раз, когда перекидываешь, сразу же, как только опускается насадочка, идут поклевухи. Кто там по судачок? Оба, оба, у меня поклевуха. Чуть не проспал. Да. Так, выкидывай, выпускай. Мелкий судак, да? Ну, слушай, это брызгал. А ты на опарыш или просто на мормышку? На опарыш, а судак клюнул. Приколы, а? О, очередная рыбина. Батя тянет. Что-то у меня пока тишина, а ты там... Ну, порадуй плотвой, да? Угу. Плотвичка. Ух ты, в лодку ее, глянь какая. Хорошенькая плотва. С ладошечку, да? Отлично. Слушай, ну нормалек, такой, как я прощелкал. Да, ну я тоже жду. Вот. У тебя со дна клюнула? Да. Со дна, да? На лежачий на дно или на дном? На дном. На дном, чуть-чуть выше дна, да? Угу. Буду пробовать. Так, сейчас попробую перейти на зимнюю удочку. Так, 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 так. Оп, ищем дно. И одна уже будем с вами, ребят, отталкиваться. Ищем дно. Блин. Ну пока у меня простой. Па. Ты хоть рыбы наловишь сегодня? Ну поймал. Пока у меня простой. Опять на мормышку? Да. На игру или так? Так. Так, да? Угу. Вот блин. Слушай, ну я вот не могу, ребят, смотрите, у него ловится и ловится на те же снасти, что и у меня. Вот. Ловится одна рыба, вторая, третья. Я тут с этой мормышкой сижу, никак не могу. Вот первую плотву поймал и ту упустил. Потом было пару поклевок и все. Па, раскрой свой секрет. В чем секрет? На рыбалку, просто сиди отдыхай. Просто, да? Да? Значит, все, сейчас расслаблюсь, просто сяду и буду ждать свои поклевки. Такс, такс, такс. Оба, акушака. Акушака клюнул, ребят, заглотил крючок. Представляете, такой мелкий. Ё-моё. Так, что-то поднадоело ловить на мормыху. Сейчас попробую акушка погонять. Так, первый заброс сегодня. Итак, вот первый акушок. Прям под лодкой взял, ребят. Причем он взял, а за ним еще один идет окунь, представляете? То есть, что ты там схавал, друг? Вот так. Берем он. О, выпускаем, поправляем нашу приманочку. Сейчас попробуем еще раз вам показать. Тут получается, я стою на как бы старом росле. Бросать надо ближе к берегу. И вот берега, сейчас против солнца снимаю, прошу прощения, повернусь позже. Вот, и получается, трава, и с бровки, получается, вниз сюда стаскиваю нашу приманку, вот так, под углом сюда, к руслу. И вот тут они и поклевывают. Друзья, в общем, сейчас у нас перекус, и дочь погнал, да, па?
Ну, такой маленький дождик совсем, знаете, как его называют? Как его называют? Грибной называют. Грибной дождь, во. Берешь весла и гребешь. Да, грибной дождь, берешь весла и гребешь, да. Мы на воде, видите, халаем с байдарок. Такие дела. Вот. Как бы вам показать этот дождь, вот так капли, может, вам видно? Ну, есть небольшие все-таки капли присутствуют. Рыбаков нету. А сзади меня вот этот лес. Там столько народу, просто капец, там, не знаю, туда не вщемишься. Там нет дороги, после дождя там вообще туда не заедешь, да, Да, на лодках заплывают. Заплывают на лодках, мы видели, людей завозят, потом отвозят машины, то есть там творится, я не знаю, просто класс. Вот, такое небо, все в тучах, облака, поэтому будем дальше искать наших окуней. В общем, хотим сейчас поплыть туда дальше, половить окуня. Туда же за лодки, за те камыши, подальше. Вот. Думаю, там должно быть неплохо. Мы в прошлый раз там с кумом ловили. Хорошо поклевало кушок. Что, у тебя хвост откусило, да? Ну, поплыли, там сейчас поменяют. Типа. И снова скидываем якорь. Буль. Привязываемся и видим, ребят, тут рельеф такой неоднозначный, тут такой огромный перепад глубины, то есть можно и туда бросать спиннинг, и туда бросать, везде должен вроде ловиться окунь. Сейчас я вот слегка проплыл на байдарке, чтобы показать вам, как изменяется рельеф. Вот видно все изменения, ребят, думаю, вам видно глубина 5,2, но я сейчас почти стою на месте, вот хочу вам показать, одной рукой сейчас подгребу чуть-чуть, вот. И вы сразу видите, как эхолот меняет рельеф. Вот бровка такая, видно дно, какое оно. Хотя потихоньку грибу, вы видите там в кадре. Рыбку видно на дне. 5,4. Глубина ровная пока. Все отлично. Ничего там не меняется. Ну вот так бываешь, плывешь, потом хоп, такой пупочек какой-то. Или вниз, вот видите, оп, ямка. И сейчас вы видите сразу вот какая-то ямка, вот. Какая-то там растительность. И сразу на ней стая рыбы стоит. Вот эта стая рыбы обозначается. Вот это вот такие вот дуги, видите? То есть только небольшой какой-то пупочек, склон вниз, сразу хоп, там стоит рыба. Также вот окуня надо ловить на меньшей глубине. Где-то с 2 метров перепад вот до 5 и тому подобное. Вот здесь вообще сейчас 6,3. Это место на белую рыбу. Надо тут ловить белую рыбу. В таких местах для окуня это очень глубоко. Ему надо бровка, там где есть мелкая рыба, там он ухавает. Короче, мы сейчас найдем эту бровку, такую мелкую, и там с батей половим. Потому что белой рыбы подловили, уже как-то неинтересно, хотелось бы добить окуня. Ну тут, конечно, бели много. Вот, смотрите. Вот это все дуги, это бель. Бель. И глубина хорошая, и до берега не так далеко как раз. Вот. Да, друзья, рыбалка сегодня... Непременно, не из самых лучших, это 100%, вот очень вяло, очень туго, все клюет туго-вяло, и белая рыба, и окуня даже, обычно тут такой разнос, а сегодня приходится выманивать, оп, поклевка, неужели опять стянул, тычок за тычком. Оп, есть. О, вот он красавчик. Красавчик, окушака. О, тихо, не колись. У нас спортивная рыбалка. Не бойся, друг. Вот. И вот сейчас мы с вами кинем прямо так близко. Оба, не так далеко от лодки, как бы казалось. Смотрим. Падает наша приманка. Долго падает, потому что у меня 1,8 граммов всего лишь там. Подмоточка. Оп, поклевка. И, ох, поклевка. Я прям стою на окуне, елки-палки. Ох, я стою на окуне. Он клюет прям под самой байдаркой. Вот он. Вот он, красавчик. Ого! Есть контакт. Отлично, прям под самой лодкой. А что лодка ловится? Там
Прям под лодкой, да, потому что вот отвесна, вот эта игра, ему сегодня нравится, отвесное, так сказать, падение вообще. Сейчас буду я тоже так дубасить. Прям в отвес. Падает, падает, падает. Сколько тут у меня вообще? Это надо просто, ребят, я его не представляю. Стоишь на нем, когда стоишь на рыбе. Еще раз показываю, смотрите, поправил там. Так, абы було, знаете, как это называется? Забрасываю. Даю 2 метра. Рыбалка, рыбалка. Так, просто вот ждем, коснется дно, и дальше делаем подмоточку. Окунь стоит на бровке, вот только мы до нее доходим, и сразу у нас начинается тык-тык-тык-тык. Тык, ударчик. Оба, оба, засек прям вот здесь, вот под самой лодкой практически. Клюет даже вот окунь на, ребят, просто как на донку вот кинул, лежит спиннинг, ты его берешь, достаешь, а у тебя там вот окунь уже. Оба, оба, иди сюда. О, вот такой. Рыбы сколько? Давай там до плит или там справа? Фух, друзья, мы уже приплыли. Короче, ну как, отловились так себе. Погода вы видели какая. Сейчас все, короче, в таких огромных тучах. Гром гремит, молния везде сверкает. Вот. Ну, зато вода теплая, тихая. Вода теплая, тихая. Наши байдарки. У меня вообще был, вы видели, фиш. Фиш-байдарик такой. Вообще с эхолотом. Здесь у меня экран. Как вы видели, оба на все. Сижу такую, музычку могу слушать, могу там эхолот наблюдать, могу, короче, чего угодно делать. В общем, и так мы отловились. Если вам все понравилось, лайкайте, подписывайтесь, ждите следующую рыбалку. Ну да. Поедем уже на лодке с мотором.